наконец-то, короче, наконец-то я добралась до зоопарка. Не была здесь уже 2 года. Хотя здесь очень много изменилось. Уже открылся павильон с ластоногими. Вот, там всякие тюленчики, короче. Также еще я не видела вот Катюша панда, которую скоро, кстати, она отправится в Китай. И еще надеюсь увидеть панула. В 5 часов там будет кормление. Вот. Очень солнечно. И народу просто дофига. Мы, короче, зашли с другого входа. И сейчас пока не... Это возле новой территории. Не стали идти на новую территорию. Сейчас обойдем сначала старую. И вернемся вот на новую. Погода сегодня просто шикарная. Наверное, 27 градусов. Блин, я так рада. Но, короче, не были. Короче, там тюлени. Сейчас я сижу куда-то сбоку. И там за решеткой. За решеткой лежат. Греются на солнышке. Сурок. Сурок, я не знаю, там через клетку. Марина, это кто, птица-секретарь? Быльбака не видать? Мышь. Сейчас, секунду, кто это? Это кто? Журавль какие-то. И фазан. Ой, какой вообще. Класс. А там на улице слоны, да, паштеты там уже? Наверное, сейчас... Слоновень. Сейчас уже к слонам, короче, подходим. Смотрите, сколько людей. Короче, вот. Смотри. Как снимают люди, смотрите. Купаются, короче. А там вон песком посыпается. Так, что это чего-то не трудно готовиться. Здесь еще есть внутри помещения, где вот слоны вот эти. Вот сейчас, короче, внутрь уже пойдем. Пойдем. Там прохладней. Там, короче, не видно. Не видно даже, да, наверное, отсюда. Там просто большой слон. Но его, к сожалению, очень плохо видно. Все слоны, короче, вышли на улицу, на солнышко. А этот такой вот большой. Блин, вход закрыт. Вот он, новый вход, вот этот вот, ластоногий, где можно в помещении посмотреть тюлени. Почему-то закрыт. Может, с другой стороны есть где-то вход? Сеансы есть, во сколько-то. А, сеансы. Да, 500 рублей стоит билет. А, еще и платно. Короче, ластоногие стоят платно теперь вход. Кто это? Рогатый. Какой красивый. Вообще. Рогатый ворон, в общем. Какая прелесть. Пингвинчики. Вот там дальний вообще. Красивые. Thank you.
я не бывала в зоопарке, я никогда не видела манула. Ну, кстати, как я слышала, что их, его кормят вроде в 5 часов. Сейчас уже без 4 минут 5. Не знаю, будет он кормить. Но я думаю, блин, столько много народу, думаю, вряд ли он выйдет. Вот. Вижу манулу только в Телеграме, честно. Мы сейчас уже идем к пандам. Так, вот такой вот кот в китайском стиле. Стой. Прикольная. Даже сюда не вытел. А тут, короче, медведи. И малай. Еще вон туда. Да, ну смотри, какой у него цвет. Видишь, не любой? Он не играется или кушает. Интересно, что он делает? Это мама. Это мама? Да. Он там мелкий. Вот такая прелесть. Пойдем. Блин, манулу, короче, мы так и не увидели. Блин, и жирафов, короче, не было. Жирафы тоже что-то спрятались в вольер. Может, сейчас немножко погуляем и, может быть, увидим жирафов. Ну, я вообще, кстати, если честно, не рассчитывала вообще увидеть панду, вот эту Катюшу. А тут просто такие кадры классные. Супер вообще. И как она вкусно кушала обед или ужин, можно сказать, так у пандочки. Супер. Пойдем.
Ларушка, пойдем. Ларушка, пойдем. Может, я смотри, какой хороший. Смотри, какой хороший. А пошли еще найдем. Это так мило. Его весело. Хочу с ним поплавать. Это так мило. Выпал. О, и слоника вижу я там вдали уже. Ой, какой, смотри, паштет перевернулся, как гриль. Как гриль, короче. Да, вон он, видел? Да, я. Да. 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 Ой, какой. Маленький. Вот они здесь точно кайфуют. Ему плавать есть, да, где, да? И рыба. Короче, один тюлень плывет вот к тому. А тут смотри, как паштет. Паштет, смотри. Блин, паштет. Смотри, целый цирк. Смотри, как круто он прям на эту. На плечо паштет ложится. На плечо. Такие лапки. А вот здесь вот не фокусируется. Ой, смотри, играются паштет. Да. И вот смотри, вот тут Саня. Смотри, какой. И вон, смотри, а что это? Какие-то собаки, это собаки. Ну это что-то типа яки. Короче, это смотри, красный волк. Красный волк. Видел, смотри, красный волк. Зуб, да? Смотри, какой паштет, да? На лисицу похож. Что-то увидел интересное. Смотри, какой прикольный. Такого сделали манульчика. В общем, идем к капибарочкам. Капибара, капибара. А, мы их уже, кстати, посмотрели, когда шли сюда. С другого входа заходили. Там есть окошки. Если идти по улице Грузинская, то там можно посмотреть капибаров. Мы уже их посмотрели. Там они как раз ближе к окошку там сидели. Где? Травку едят. Маленькие. Маленькие. Это что, столько родилось, да? А? Столько родилось, столько маленький капибар. Ну, прошло в том году, родились. А, реально, это стекло? Зеркало? Замутнённое. Короче, такие вот малыши кушают с воронами. А, вот они сидят. Это мама капибариха. И вон маленькие капибарыча с воронами. Там еще такой ручеек не видно, они, в общем, это плавают там. Вот они где все. Толпа капибар. Кис, смотри, толпа капибар. Вон они все просто в воде тусуются. Блин, смотри, он сползает. Он сползает туда. С
Смотри, какой Паш. Паш, смотри, прям свинюшка. Свинюшки вообще? Морские свинки? Грызуны. А, грызуны. Такая вот красота. Лето. Там вон птички, гуси. Гуси вот. Смотри, паштет. Гуси. Видишь? Вообще такие гуси. И гуси, и вороны, и там все вместе, короче. Вот у них домики посередине. И мой любимый фламинго. Ну да, ноги. Так глубина вот такая. Он, смотри, вот это был сидит. На тех самых. Да. Так, ночной мир. Открыть здесь 10 утра. Где? А, вот. Это кто? Шиншиллы, да? Это песчанка. Песчанка? Смотрите, как классно это выглядит. Вот сейчас идем по ночному миру. Наверное, скорее всего, всякие змеи, пауки, может, какие-то грызуны. Что тут? Паштет. Паштет, не страшно. Что тебе страшно? Ну, за стекло. Да. Ой, смотри, 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 паштет, ежики, ежики, ежики. Это, короче, ежик ночной. Смотрите, какой. Класс, они же ночные животные, да? А, вот, тут тоже какой-то грызун. Вот там наверху. Там, видишь, сова еще. Сова? Вот, сова. А, сова. А я думала, сова. Ежик должен быть. А я думала, сова. Паштет, кто это? Вон в этот, в котелок, короче. Там, пойдем, пойдем. Вон, смотри, какие. Где? Мама здесь. А, вижу. Дебу. Кто это? Дебу. Дебу и Шиншилла. И вот еще. Дебу. Дебу. Такой грызун. Это он делает ночью, чтобы они могли посмотреть, как они. Ежик, смотри, ежик. Кимка. Смотри, там большая какая-то. Это он или она? А ты вот так держи просто. Написано, что это кинкажу, медовый медведь. Хотя на медведя не похоже. Смотри, какой, блин, вообще класс. Паш, кто это? Кто это? Смотри, какой. Как зовут вот этого зверька? Слушай, ну написано, что как это крыса. Опасная крыса. Крыса? Да, ну чуть не очень похоже. Вот, видишь, это хомячок. Это нирландский, мы же никого не вижу. А вот, видишь, мальчик. У нас маленькие, маленькие девушки. Вот здесь маленькие девушки. Да, потому что краем глаза? Нет, просто понимаешь, что ты краем глаза, потому что движение сразу определяет, где. Нифига не просто. Это самый крупный тушканчик. Сейчас. Вот он. Убежал.
Идемте сейчас, посмотрели, идем. Что он тут один живет? Да, 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 что-то ест. В общем, потихонечку, короче, идем мы на новую территорию. Что там на новой территории, паштет? А, обезьяна, белый медведь. А, белый медведь, оказывается, на новой территории, да? Да, всякие эти копытные. А, птицы, да, там всякие. Крудик. Так, это ленивец. Паштет, а где голова? Внизу. А, внизу, да. Внизу. Забыла. Маленький кенгуру. Спит. Ну, сейчас уже вечереет, они уже сейчас уже спать ложатся, животные. Так, ну тут так атмосферно. Народу много. Ой, какой зверуш. Такая мордашка. Все на ручки прикрыты. Тоже спит. Кто это паштет? Харза. Харза? Блин, такой клёвенький. Еще одна там поменьше. Да? Поменьше. А, там еще рядышком. Маму, у меня мозг. Давай сфоткаем. Смотри, какие. Паштет, смотри, какие у них там эти драки за еду. И большой лебедь. Медведь спит уже. Все, вечер уже. Все звери уже спят на новой территории. Либо жарко, либо все, уже спит медведь. Это такой зоо-робот. Он делает кофе. Паштет, кто это? Дагестан? Дагестанский тур. Тур? Тут, короче, вот эти вот утки, они высиживают уже яйцо. Тут специально сделаны вот эти вот камушки для того, чтобы они, гнездились, наверное. Потому что вот эта вот утя поднялась, вон, видите, а там яичко. И вот она его... Это яичко или это камушек? Я не пойму. Непонятно. По-моему, сейчас будет уже откладывать яйца. А тот шипит. Тот утя шипит, он, видишь, он типа это... Ну, если у них сезон гнездования, то они шипят. Он типа это... Они могут ущипнуть, если они территорию защищают. Вот это, наверное, парень вот этой утки. Идем за мной. И он такой. Вот это да. Вот это пеликан. Очень большой. Видите, какой красавчик. Красавчик-пеликан. С прической пеликан. Давай. С такой. Очень большая черепаха. Очень. Смотри, вот моя вот так же у нас. Смотри, кто там такая? Черепашка. Мам, это маленький динозавр. Вот здесь.
Так, это винторогий козел. Красавец такой. С бородкой. Красивый, да? Да, паштет красивый какой. В общем, паштет нашел тут фамилию. Алексей Стахович опекает винторогого козла. Это они играют, это игра в правду, на YouTube, в Ютубе, там где-то там ВКонтакте выходит передача. И кто проиграет, завоюет титул самого козла, будет опекать целый год козла. А, ну вот, он проиграл, и теперь он вот этого козла, что-то не фокусируется. Вот этого козла он теперь опекает. А, нет, он винторогого, да. Какой-то обломанный. Угу. Слушайте, а вот и жирафик. Наконец-то хоть жирафа увидела. Хотя бы сзади. Дик-дик. Так, лошадки. Таких много уже лошадок. Да. Львица. Две штуки, да. Спят уже. Все звери уже спят. Там, кстати, зебра сейчас вышла. Ну, что такое? А зачем тут забор сделали? Если бы его можно сделать, где зебра? Мама, где мама? А, они там просто кушают, они могут... Смотри за Юру, он отцепился. Ну, сейчас спят просто. Тигр там валяется. Лапу поднял. Вообще прикольный. И ему уже, короче, так сладко. Кто это паштет? Сычуанский такин. Смотри, он вообще пролезет туда, в эту дырку. Да, вряд ли. А, там еще сетка. Он хотел, но там сетка. У него вон чесальный пункт. А, чесальный пункт. Точно. Тоже вот такой. Хорошенький. Уже засыпает, тоже кимарит. А вон есть глазик, видно. Есть глазик, да. Есть глазик у тебя. Цесарки. Гриль с обезьянами, но по ходу дела все обезьяны уже спят тоже. Сколько времени? Сейчас, короче, 7 вечера. Вот с 6 часов все животные уже ложатся спать. Поэтому я и говорю, лучше всего приезжать сюда в 11 утра или в 12, чтобы посмотреть всех зверей. Вот. Ну и взять, конечно, с собой каких-нибудь денег, потому что захочется кушать. Вот, потому что везде все вкусно пахнет, очень много всяких кафешек. Но, правда, цены вообще не православные. Например, кукуруза стоит 300 рублей. Обычная вареная кукуруза стоит 300 рублей. Я, естественно, потерплю до дома. Гриффины. Гриффины живут в таких вольерах. Смотрите, какие. Где бабушка? Давай, бабушка.
Он близко подошел. Да, вижу. Такси, бабушка, туда, бегу. Сейчас еще внутри. А вон близко, да? Я знаю, да. Короче, друзья, ну вот мы немножко прогулялись. Немножко я расстроена в плане павильона с ластоногими, то, что там стоит 500 рублей вход. Вот. Кстати, смотрите, какой классный фонтан. Гуляли мы немножко. Я очень довольна, что посмотрела все-таки на эту панду Катюша. Каких-то животных мы не увидели, естественно, потому что они уже легли спать. Надо рано приезжать. В целом, вообще супер. Вообще супер. Немного уже, кстати, проголодалась. Ну, цены, конечно, на кукурузу 300 рублей. Меня вообще смущает. Вот. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Всем отличных прогулок, суперских выходных. Все, всем пока-пока.